Екатерина Привалов. После 4 часов начнется другой турнир. Прямая трансляция международного турнира «Звезды мира». Вот в ходе той трансляции мы покажем вот эту последнюю заключительную серию. А пока на ваших экранах Ксения Кеканин. Та гимнастка, которую мы, в общем, все ждали-ждали, но она как-то, видно, провалилась в этом чемпионате. И вот мы с ней сейчас встретились в финале по вольным упражнениям. Да, пока она успешно выполняет свою акробатику. Почему я особое внимание уделяю акробатике? Потому что это тот момент, где можно огромные ошибки приобретать или их лишиться. А водичка, так называемая, вот эта вот танцевальная часть, прыжковая, она, безусловно, не настолько рискованна, но ее надо так отшлифовать и так выполнить, чтобы вот получать те золотые высокие десятые, которые хочет добиться каждый день. Фамилия-то Кеканин, это финская, совсем, как говорится, не российская. Ну вот, забралась в нашу страну и любит гимнастику, и очень мне сказали, она до такой степени любит, преодолевает невероятные трудности, там и бытовые, у нее очень все сложно в семье, сейчас ее забрали в другой город, и все-таки она не теряет себя в гимнастике. Ксения Кеканин из Новгорода, а Новгород после того, как звездой, международной звездой стала Анна Ковалева, очень даже любит и развивает спортивную гимнастику. Есть там такой Дмитрий Трофимов, энтузиаст, фанатик, можно сказать. И вот усилиями...